Владислав Косарев – известный московский артист, певец. С телезрителем он чаще встречается на экранах телеканала «Культура». Он давно занял свою нишу на сцене. Его голос – мужественный, сочный, богатый баритон – покорил уже сотни залов по всему миру. Сейчас у Владислава как раз предновогодние гастроли. География поездок впечатляет. На прошлой неделе у меня был концерт в Петрозаводске. В самом начале прошлой недели я пел в Доме музыки. До этого я был во Франции, в Анфлёре, на фестивале российского кино. После вас у меня концерт в Майкопе, потом концерт в Иваново. Потом я возвращаюсь в Москву и дальше уже не помню, надо смотреть график. В Орле солист уже в четвертый раз. Говорит, очень нравится работать с нашим симфоническим оркестром. Видит положительный отклик и от орловского слушателя. Есть у меня такой маленький секрет. Незадолго, там минут за 20, за 15, я выглядываю в фойе и мысленно здороваюсь с каждым, кто пришел на концерт. Познакомиться было с кем. Еще до начала концерта фойе Дворца культуры заполнилось предвкушенными зрителями. Значит, ждали. Цена билета 400-500 рублей. По орловским меркам не так дешево. Сравнимо с двумя билетами в кино или театр. Но на хорошую душевную музыку, говорят орловчане, совсем не жалко. Поэтому ходят часто. Очень хороший солист, нам очень нравится. Спасибо, что к нам приезжают. Доставляют нам удовольствие от своего пения, от музыки. Но он уже был. Да. Ну чудно, чудно. Как думаете, все сегодня вам понравится? Я думаю, все. Тут всегда хорошо. Очень хорошее впечатление об оркестре. Очень нравится нам, как они играют. Программа концерта получила название «Музыка любви». В ней собрали лучшие из популярных оперетт, шедевры советской и зарубежной эстрады, музыку к спектаклям, а также неаполитанские песни, знакомые и любимые всеми. Хоть встретится красавица, так сердце вмиг расплавится, но сорва век не ставится и не гасит сердце жар. Пару Владиславу Косареву составила начинающая талантливая певица Армине Панасян. В ноябре девочка стала победительницей всероссийского конкурса «Хрустальная звездочка». Конечно, это волнительно, это большая ответственность, но это большая честь мне, так скажем, с маленького городка выступить в дуэте с таким потрясающим певцом. Очень волнительно, очень ответственно. Я постараюсь оправдать ожидания. Волнения были напрасны, все удалось. Зрители очень положительно восприняли новый дуэт. Концерт получился волнующим, самозабвенным, трогательным. Для тех, кто не услышал музыку любви в исполнении Владислава Косарева и Орловского губернаторского симфонического оркестра, будет возможность все исправить. 13 декабря в 18:30 в Орловском городском центре культуры все случится вновь. Приходите. Алина Лагутина, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».